Всем здорово, дорогие друзья. С вами канал Траведном, и сейчас будем мутить. Короче, конкретно будет весело. Мне кажется, так. Я надеюсь, что в этот раз не будет типа вот этого штрафа и еще чего-то. Очень сейчас на это надеюсь. Меня реально бесит то, что типа штраф он показывает это, а вот это. Да вы запарили реально со своим штрафом. Серьезно, не смешно вообще. То бишь, типа мухомора. Это просто капец, пацаны. Ладно. Давайте начнем потихоньку. Синглон драфт. Так, вы покинули слишком много игр, или мы вас, или мы получили слишком много жалоб на вас. Реально заколебали. Я серьезно, вообще не смешно. Гребаная сеть с интернета. Да, там по сути уже график интернета заканчивается потихоньку и начинает все медленно и медленно работать. Да, ребят, вообще не смешно. Я не выходил из игры. Я не пытался выходить. Мы сами в прямом эфире видели все, что происходило на этом. Вот это вот. Я ничего не делал, реально. Как это меня бесит уже, а? Реально не смешно вообще. Сингл драфт. Ну что так долго-то, а? Ё-моё. Две минуты ждем. Да, принимаю. Я выбираю. Так. Смотрите, я игру не покидал, я ничего не делал. Все. Я сейчас сразу выбираю Дума, где он? Вот он. Выбрав Дум. Ну. Тихо. Твою мать. Магнус, кто ты вообще такой? Блин, это не смешно. Ах.
пойдет без разницы. Осталось 10 секунд. Я выбираю... Осталось 5 секунд. Я понял. Кабраны, окей. Так, смотрите, я ничего не делаю, то есть... Я не выходил из игры, я ничего не делал. Сегодня нам попытаться нужно выиграть хотя бы. Это не смешно. Чёрт, окей. В натуре, но... Так, смотрите, я не выходил из игры. Мы потихоньку можем начинать. Приготовьтесь к битве. Мы пойдем с ними. Я не знаю, что это за хрень, но очень интересно. А, да. Окей. Без понятия. Ну что он станет, я не пойму. Так. Окей. Твою мать. Это меня реально бесит. Двое там копаются. 30 секунд до начала сражения. The Thunder of Hoos. Собака. Ну реально вообще не смешно. Битва начинается. Horn calls to horn, and it begins. Yes. Назад. Так, одиночка, наша пауза. Хорошо. I approve. Так, здесь сало начинается потихоньку. В натуре первый уровень. На втором уровне. Короче, я понял. Я в самой большой задницу. Так, мы второй уровень, а не первый уровень. По сути, я должен сегодня быстро выиграть, потому что... Stand aside. I'll seize that. That at last. Да, нам попробовать, а. I have failed you once.
Хорошо. Ништяк, я понял. А там кто-то да. Мапка и. Японец какой-то. Я понял. Окей, да. Так, у меня опять руки потихоньку мерзнут. Тихо, сами. Пинда сразу башню херачит, а. Так, нам надо загнуть. Это у нас это фигня. Вот это что это? А, вот она. Походу. Не знаю, что это такое, но очень интересно. Ни хрена не происходит. Ясно. Этот ништяк, он очень хитрый. Сейчас. Штыка надо прикончить. Не, ну штык. Вашу нижнюю башню атакуют. Стало. Реально, не смешно. Надеюсь, я нам поможет. Погнали сюда вообще, а? Чем мы с этими копаемся? Эх, там... Твою мать. Не, стоп, они могут перемещаться в натуре. Это не смешно, то, что они перемещаются. Charge.
thunder of hooves. Point taken. I approve. Ничего не понимаю, мне как будто не работают эти магические средства или что-то подобное. Я хрен его знает, что с ними не так. Oh, hell yes. Вашу центральную башню атакуют. Я понял. Собаки, а? Гребаный ништяк. Как он реально мне заперел уже. Четыре десять, охренеть можно. Что там у телефона надо? Обойти нельзя, они перемешаются. За від корону 450, окей. Это чё? Капрана? Нет. Окей. Stand aside. Ah, yes. То есть мне сделать ничего нельзя вообще. Надо постараться выиграть. Это уже не смешно.
Твою мать, их слишком много. Вашу центральную башню атакуют. They cannot hide. Attack! А, один за мной пошел. Вахера это можно. Сейчас плевать будет. У меня того ништяка, которая... Уже один из террора, не охранять у них. Вашу нижнюю башню атакуют. Я не знаю, что мне делать, но это не смешно. Вашу центральную башню атакуют. Они перемещаются. Оттуда сюда, сюда туда. И как они это делают, я не знаю. Вашу центральную башню атакуют. Ни одну башню не прикончили. Вообще. Вашу центральную башню атакуют. Take my pardon and my pike. Так, сейчас идем потихоньку сюда. Издеваются реально. Это не смешно. 7-17. Охранять можно. Yes. Вашу центральную башню атакуют. Мы так и перемещение. Ваша центральная башня разрушена. Теперь я понял. Stands against me. Crush our enemies. They cannot hide. Мне все равно. I'll crush them on the hoof. Сейчас тебя мама будет. Сейчас. Ясно. Охранит просто. Вау.
закинуть мусора. Да, пацаны. Классно. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Один сюда идет. Окей. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Собака. Что-то интересное продается. Ненаправленно. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Это что такое? Эта башня гробана сдохнет, а уже реально не смешно. Вообще. Дев 24. Капец. Yes. Under my roof, you will find your feet. Ваши верхние башни атакуют. Давайте самое хранить можно просто. Хорошо. Сразу вот сюда буду перемещаться, то бишь, типа... Not my body, not my friend.
Thunder of Hooves. Раз. Раз. Серьезно? Против 17 уровня. Капец просто. Против 17 уровня. Я храню, реально. Это не смешно. Нижняя башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. It's not yet time. Вашу центральную башню атакуют. Что значит X? Силы света укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Башня разрушена. Мы что, не умеем что-то воевать или что, я не пойму. Они просто кончают всех подряд. Запарил меня этот в натуре уже. It's not cheap getting the gear I need. Yes. Все-таки подохло. Мать. Почему всегда нет меня? Я ничего не понимаю. Идем толпой сюда. Нападение. На крипов. Рано очень жестко, прям максимально. Будь нахрен. Серьезно. I shall find them.
Underside. Who stands against me? Так, так, так. Вашу верхнюю башню атакуют. Make way. Вашу верхнюю башню атакуют. They cannot hide. Ваша верхняя башня разрушена. Сейчас появится, обязательно появится. Центральная башня противника разрушена. Меня нет ни хрена вообще. Я понял. Вашу верхнюю башню атакуют. Ясно. На себе у них там машинка, однако идем сюда прям 12:39, охренеть, 30 минут играем. Тихо, тихо, а что там делают? Твою мать. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу центральную башню атакуют. Yes. Что? Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Ваши центральные казармы атакуют. Ваши центральные казармы разрушены. Ваши центральные казармы разрушены. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Ваша центральная башня разрушена. Вашу крепость атакуют. Ваша крепость атакует. Давай, 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 Саня. Победили силы тьмы. Я понял. Ясно. Все, банно, да. Ну хрен это возьму. Нормально. Ой, капец просто.
Ясно. Охренеть просто. Но... Кто они такие вообще? Ништяк, 23 уровень. Я такой 10 уровня, офигеть, блин. 13.45, охренеть просто. То есть, первого уровня в войне. А эти второго, третьего. Ой, блин, капец. Ясно. А вы вспомнил, принял, обработал. Пораженные. Ай, замечательно. Я понял. Через еще раз, ребят. Тридцать три случайных героя. Я понял. Хорошо, сейчас посмотрим, что будет дальше. Реально вообще не смешно. Просто, как правильно профукаться в доте. Охренно. Единичный набор. Я понял. Супер. Здесь он сильный. Пушка так какая прикольная. Такая необычная. Классно. Неплохо, на самом деле.
Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Нормально. Я все. А, ну, собственно, у меня нету этих. В этот раз хоть нормально. Готовьтесь к битве. Ваши надежды призрачны. Исход предрешен. Тридцать секунд до начала сражения. Вы в присутствии короля. В смысле? Что? Битва начинается. Духи! Рейс Кинг теперь с вами! Я не могу атаковать. Что? Смысла. Вперед! Что я атаковать не могу. Офигенно просто. Соглашусь. Хренен, блин. Кто тут главный? Готовь. Закон.
Король сам решает, куда ему идти. Ничего не понимаю. Иду войной. По моей команде. Во имя короны. Подчинись мне! Надо его прикончить реально. Призрак идет! Мать, он восстанавливается слишком быстро. Нет, нет, нет. Че, подождем, пока он восстановится. Смотрите, он уже поехал. Охренеть. Это жестко прям. Ладно, пойдем вот туда, вот тогда. А кто здесь? А здесь никого. А здесь никого. Твоя мать, еще один перемещается. Просто пошел в жопу. Реально. Бью без промаха. Все. Ну где я? Вам оказана честь. Уровень четвертый. Придержи язык. Вашу центральную башню атакуют. Мы тогда не пойдем. Супер. Вашу центральную башню атакуют. Геральды, трубите! Я вернулся на колени. Подчинись мне! Это что-то такое? Танги не свой. Сюда дерево увеличивает восстановление здоровья. Я понял. Бью без промаха. Я больше вам не... Тут что такое? Четыре и семь. Сейчас подождите, по-любому я могу выиграть этот раунд, потому что, ну блин, ну... Я должен это сделать на сегодня. 4-7. Курьер сил света был только убит. Только подумайте. Это рядом. 4, еще 4. Я вновь воспрел! Оцените силу духа! Реально бесит. Конкретно. Вперед!
части делать. Собака просто. Собака. Каждые 2 очка добавляются через каждые 2. Это уже не смешно. Вообще. Это просто капец какой-то, я серьезно. Вашу центральную башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нет, назад. Хороший совет. Вашу нижнюю башню атакуют. И назад вернулся. Он думает, что... А, они все сюда побежали. Все сразу за мной пошли. Почему они за кем-то? А именно за мной все ходят. Почему именно все за мной ходят, я не понимаю. Нет, в распаде мы стендим. Противники едут. По трассе, ментуи не разумеется, поехали. Умирают. Я среди вас. Подчинись воле Рейскинга. Я всегда в лучшей форме. Уходи. Микс. Мы в присутствии короля. Это что такое? В склепах эпохи первого правления было многовато плоти. Это бы сейчас дам. Ржавчина. 7-13. Капец. Вашу центральную башню атакуют. Восстал из мертвых. Поди, Никс. Позже. Вашу центральную башню атакуют. Силу духа! Позже! Еще слишком рано! Бью без промаха! Каждый грош на счету! Сейчас они появятся, как всегда. Давай, Сан. Вашу верхнюю башню атакуют! Рокер, собака. Я должен эту башню прикончить, я должен это сделать, реально. Твою мать. Вот так. Собака вот эта вот промножается сюда. Твою мать. Что-то моя надо. Воля закон.
тут главный? Вашу центральную башню атакуют. Пошел сюда, да, значит. Ваш король прибыл. Сюда, значит, решил пойти. Охренел вообще. Okay, вам давай. Оказана честь. Почему ничего не работает, я не понимаю. Как нахрен при зарядке? Вашу верхнюю башню атакуют. Призрак вернулся. Готовься. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Я стал сильнее! Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня просто разрушена. Не понял. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу центральную башню атакуют. Исход предрешен. По моей команде. Что-то новое появилось. Интересно. Склонись, ну давай посмотрим. Что такое тут? Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Саса Аслина. Это покуда Мелуи имя своё написал вместо Саши Сасл. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Целую вечность. Король сам решает, куда ему идти. Вашу нижнюю башню атакуют. Король идёт. Соглашусь. Подчинись
вашу центральную башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Чего до рассвета? Именно тогда. Вашу верхнюю башню атакуют. Я понял. Придержи язык. Хорошо, я иду сюда. Вашу верхнюю башню атакуют. Призрак идет. Иду войной. Сейчас он переместится сюда. Вашу верхнюю башню атакуют. Со-со-слима. Хрена. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Придержи язык. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. А, так, сейчас, ребята. Да подождите. Тайник придется топать обратно. Я всегда в лучшей форме. Что за херня? Ничего не понимаю. Призрак идет. Последую совету. Сейчас что там нужно будет? 19-27, охренеть нужно. Вашу центральную башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Кто смеет противиться на меня? Вашу центральную башню атакуют. Власти. Подчинись воле Рейскинга. Спасибо за смерть. Убить троих метроид. Это просто жест. Серьезно, вообще не смешно. Убить троих подряд. Что? А что это за фигня тут у нас? Соглашусь. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вечно туда бы не кончать, а? Что за фигня там? Духи!
Давайте знать, куда. Вот сюда, да, да. Исход предрешен. Это, да, давайте сюда. Хороший совет. Чуть не самое смешное на сегодня. Вашу нижнюю башню атакуют. Не понял, да? Вашу центральную башню атакуют. Иду воевать. Недостаточно маны. Во имя короны. Монстр килл. Вперед. Пора покончить с этим. Моя воля — закон! Опять они... Вот так. Откуда они берутся все время, а? Маны нет. Маны нет. Я понял. Пади ниц! Ясно. Курень, я твою мать. Это просто капец какой-то. Наших башен вообще нет. У них стоят все целые. Давайте посмотрим. Смотрите, раз, башня стоит целая. Курьер сил света был убит. Два башни целые стоят. Три башни целые стоят. Охрененно просто. Не понял. Нет, теперь. В королевстве без меня был такой бардак. Я среди вас. Курьер через минуту будет. Вашу нижнюю башню атакуют. Две с половиной. Супер. Ваши надежды призрачны. Окей. Ждем. А ты кто такой? А ты кто такой? Вы в присутствии короля! Вашу центральную башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу центральную башню атакуют.
Верхняя башня противника разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Сука, перевернутая рыба. Серьезно. Что-то произошло, взорвалось. Курьер сил света был убит. Я ни хрена не понял, если честно. Очень интересно. Главный? Я твой лорд. Вам оказана честь. Короче говоря, все просто здорово. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Все просто здорово. Серьезно. Вообще, блин, не смешно. Как мы? Сколько можно проигрывать? Надо было другого противника брать, он был бы попроще, чем вот это вот не... Не нажимать, вот это вот кивзе, вот это вот ничего не было. Регенерация! Ваш король прибыл! На колени! Вы в присутствии короля! Призрака! Я всегда в лучшей форме! Ваша верхняя башня! Она слишком сильная. Пусть знает народ, что мой трон вновь возымел владельца! Иду войной. А можно ли прикончить кого-то? Это тихо, вот так. Вам оказана честь. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Кто смеет против меня? Ваши нижние казармы атакуют.
атакуют. Силы света укрепили свое сооружение. Центральная башня противника разрушена. Бессмертно надо. Дальше 45-й. Хранит просто. Нормально. Так, они пошли только искать еще кого-нибудь. Похожих. Вот ваши тут надежды призрачны. Нейтрально. Вот это что такое? Здесь 4 короны. Следую совету. Так, надо валить отсюда. Все сразу трое в одно место попали. Фух. И все не смешно. Но охранят просто. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Ну, короче, я типа проиграл, да? Ваша центральная казарма разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Нормально. Если бы у нас еще так очки набирались, как-то по 26, 35, 37,
принципе, было бы нормально. Но не... Ясно. Это очень жестко. Понятно. Хорошо. Уровня 15-20, сегодня 26, это капец вообще. Что за хрень? Так, сейчас моя очередь. Я попробую улучшить себе героя. Исподняя пылает. Не понял. Хорошо. Вообще ничего не работает-то. Мой путь лежит из Нагори Труда. Дракон идет на войну. Я восстал из пепла!
потребуется простая сборка. Подлатать бы тебя слегка. Кровавую дань. Закрываю последний дорог сыграл. Я понял. Я король всех призраков. Реально херня. А ты кто? Моя воля закон. Ну, у нас еще одна херня, которую я ожидал. Свен. Это великая честь! Тоже не то, тоже. Мясник. Хранен на мясник. What is this? A game of some sort? Phoenix. Бегу как часы. Стрелы наготове. Стоп. I bequeath chaos. Ты кто такой? Это начало их конца. Не понял. Я не знаю. Надо, короче, смотреть, думать. Кто и где есть, кто еще что-то. Правильно. Играем час 36. Thank you.
описание, ебать, такой хрень этим нужно. Ясно, ребят. Что? Кажется, мы на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. По поводу вот этой вот битвы, которая была в самом низком таком вот приоритете. Ни хрена не выиграть. Да как такое вообще возможно? Я тут сейчас буду, короче, пытаться, короче, улучшать свой персонажа, чтобы он как можно круче мог биться, если я найду для себя лучшего, который быстро убивает, то я иду в топ. Так что всем до встречи, ребят, всем пока-пока, друзья.